Hallo und herzlich willkommen. Здравствуйте, друзья! В этом коротком видео мы ответим на вопрос, какими должны быть первые шаги для прибывающих беженцев из Украины в Германию. Итак, первое. Куда мне ехать? Вы можете зарегистрироваться во всех городах Германии. В связи с большим количеством прибывающих в крупные города, особенно Берлин, Гамбург или Мюнхен, мы рекомендуем вам выезжать в другие города или регионы. Есть возможность найти жилье по всей стране. Зачастую на вокзалах есть гиды и волонтеры, которые помогут вам найти жилье в Германии. Мы также описали вот в этом видео, какие у вас есть еще альтернативы. Следующее. Как добраться до места назначения? Все поездки на поездах в Германии для вас бесплатны. На пригородном поезде вы сможете добраться прямо до нужного пункта назначения. Билет вам не нужен. Если вы хотите продолжить путешествие на поезде дальнего следования, например, ICE, вы можете получить бесплатный билет, так называемый Help Ukraine, в туристическом центре Deutsche Bahn. Желаем вам удачи!